токарь стоит, ключ протирает на работе. Мимо проходит начальник и говорит: «Петров, а что это ты рано-то домой собрался? Время-то 17:20. Ну как рано? Пока ключ протру, станочек щеточкой, руки помою, переоденусь, как раз 18:00. О, так дело не пойдет. Вот я собираюсь 18:00. А он ему говорит: «А что тебе собираться? Рот закрыл и пошел домой». Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.